Взрыв в темноте! Взрыв в темноте! Вот серьезно, мы тебя не тронем, если типа это руки поднимешь и спустишься нормально. Нет, я хочу со своим оружием уйти. Так ты уйдешь с оружием, просто это в руках его не будет и все. А как руки поднять? Руки, ща, надо вспомнить. А, ну все. Все, я выхожу. Точно не убьете? Точно. Там на лестнице стоит один просто. Чё, я туда не лезу, чё, я был снаружи. Я был снаружи, если чё, поднимаюсь. Ой. Чё, прошёл, нет? Хожу. Ладно. Все, на улице никого? На вроде никого. Понятно все с вами. Это не. Да. Что такое? Друг? А чё в спину стреляете-то? Это не мы. Так что лучше уходи отсюда. Чего? Вот он. Нашел, все шикарно. Сейчас я буду байтить его. Все трубы. Есть? Конечно, сразу же просто прям первым делом начинаешь вот именно с этого. Все. Вот он. Ты убил что ли его? Ага. Да. Ну все. Убил. Да я понял. Он тебя сильно подрал? Положил. Красава, Вань. Ты его убил, он сейчас тебе прибежит. Все, бери у него шмот и съебывай. Это не черное место, жаркая ночь не заставит тебя ждать, заставит. Ты делай как я, ты делай как я, ты делай как я. Эй, бля, гандон. Че, твой дружок-то умер? Че будешь делать? Деньги кидают голубей. Это не западло, дома тоже все. Знаю, где-то есть тысячи.